всем. Мы едем сейчас в кинотеатр. Тетя Валя нас пригласила, моя подружка. И мы поедем смотреть какой-то мультфильм про Дори. Вот мы же пришли в кинотеатр. Заходим. Идем. Валюшечка. Привет. Привет. На камеру. Всем привет. Всем привет и конфет. И конфет. Конфет вам, мамаша. Спасибо. Кто еще конфет? Лизонька, будешь конфет? Сейчас мы купим попкорн, да. По-настоящему в кинотеатре, надо с попкорном. Да, сейчас купим. Так, что это у тебя, Валя? Расскажи, расскажи. В кино я сходила. Это значит, сейчас разыгрывается подарок, приз, да? И самый серьезный подарок выиграла Валюка, самый дорогой. Да, надо будет потом на улице объяснить это, да? Ну, сейчас разыгрываются подарки там. Next, this is Duke. He's going to be your brother. And it's me! Наш канал, реклама зубной пасты. Ну, надо объяснить вообще, как этот подарок ты получила. Людям же будет, наверное, интересно, если будут смотреть. Разыгрывалась на билетах, которые мы получили, бесплатные. Писали имя, потом в зале вытаскивали. И Валюшка самая первая выиграла самый дорогой подарок. Да, и представьте, самый сколько красивый. Было людей, там не знаю, сколько, человек 300-400, да, и ты одна выиграла. А вот эти бесплатные билетики вам дали? Это у зубного доктора. Ага. Он это, как бы, приглашение в кинотеатр. Для детей так просто такая акция была, да? Да, чтобы они побыли. А родителям вот такие подарки дарят? И родители тоже, и детям разыгрывали. Там, получается, ну, покажи ближе. Были и родителям, и деткам. Первые три было разыгрывалось родительские, кто выиграл, а потом три было приза для детей. А потом всем кидали футболки просто такие, чтобы помнить. Да, но я это не снимала кто уже. Мои кто словит, тот да, получил. Все, теперь мы что, у нас уже да, посмотрели мультфильм. Чистый, был очень интересный фильм для Дори. Да, про Дори был мультик. Очень классно. Суперский, да. Все, теперь... Теперь подружки побежали, вон. Да, все, всем пока, всем пока.